Секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов проверил работу котельной в военном городке Кубинка-1. Объект построен в 1968 году. Ранее находился в ведении Министерства обороны, а с 1 декабря 2019 стал муниципальным. Наши специалисты отремонтировали оборудование и привели котельную в порядок. Текущий отопительный сезон проходит без сбоев. Работают 4 котла, еще 2 находятся в резерве.